Армения проиграла войну, но все не умется никак. Вместо того, чтобы вынести важный урок из поражения, армянская сторона продолжает озвучивать провокационные заявления, которые несут угрозу прежде всего для самого народа Армении. В статусе очередного пустослова оказался замминистра обороны Армении Арман Саркисян, который считает, что Армения должна быть готова к войне. Об этом, как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, он сказал на брифинге в парламенте. По его словам, на данный момент никто не может однозначно утверждать, что будет новая война. В то же время он подчеркнул, что если война и начнется, государство предпримет все необходимые действия. Учитывая историю последних 30 лет, мы должны быть готовы к войне каждую секунду. Сейчас нет необходимости озвучивать данный вопрос и сеять панику, сказал Арман Саркисян.